Моря, окружающие наш мир, хранят множество тайн в своих глубинах. Они играют важную роль в жизни каждого из нас, потому что влияют на формирование климата и воздуха, которым мы все дышим. Важной задачей настоящих и будущих поколений является защита морей и обитающей в них драгоценной жизни. Море – богатейший источник пищи и минералов. Оно поддерживало жизнь на Земле в течение многих веков. Но его глубины таят нечто большее – секрет крепкого здоровья и долголетия для всех нас, живущих на суше. На протяжении тысячелетий море создавало слой за слоем коралловый песок, насыщенный минералами. Когда коралл в ходе естественного цикла жизни умирает, он в конечном счете смывается морем и откладывается на морском дне, где собирается в течение многих столетий, обогащаясь полезными свойствами для того, чтобы стать коралловым реликтовым песком. История компании Marine Coral начинается именно отсюда, с древнего морского дна, где хранится источник живительной питьевой воды. В кристально-прозрачных водах вдоль архипелага Нансей тянется полоса древних островов, известных сегодня как Окинава. Эти острова являются родиной самых крупных древних коралловых рифов в мире. Преисполненные буйством невообразимых красок, острова представляют собой останки древних коралловых рифов, образовавших со временем крупный массив суши, благословенный бесконечным множеством видов морской жизни. Многие люди, живущие здесь, это долгожители, имеющие крепкое здоровье. Они живут и работают, ведут свое собственное хозяйство у самого моря, наслаждаясь его щедрыми дарами. В ходе исследований было выявлено, что жители островов Окинава не только живут дольше всех в мире, но и имеют очень низкий уровень заболеваемости раком, сердечными болезнями, диабетом, артритом. Качество жизни островитян в пожилом возрасте значительно лучше, чем где бы то ни было в мире. В деревнях Окинавы проживает множество людей, чей возраст составляет от 80 до 115 лет. Большинство из них ведет активную жизнь без заболеваний, приводящих к инвалидности, которые во всем мире довольно частое явление. У наших жителей самый низкий уровень смертности от рака и сердечных заболеваний. Я веду активный образ жизни и не жалуюсь на здоровье. Много ученых и врачей приезжали на острова для изучения тайны здоровья и долголетия этих людей. Они обнаружили, что источник их отличного здоровья зависит не только от интенсивной физической нагрузки и здоровой диеты. Главный секрет здоровья и долголетия имеет отношение к воде, которую они пьют. Вода, которую пьют островитяне, не имеет аналогов в мире. Когда идет дождь, вода просачивается через древние коралловые отложения и обогащается кальцием и магнием. И сегодня люди могут собирать питьевую воду из натуральных источников, подобных этому, по всей Окинаве. Эта вода является необработанной и считается безопасной для питья. Это часть горы, коралловый риф. И вода течет сквозь него. Сегодня многие дома на Окинаве имеют свои собственные водосборные системы с коралловыми фильтрами на крышах. Практически каждый человек на Окинаве, независимо от того, где он живет, пьет воду, профильтрованную через коралл. Поскольку ценность коралловой воды была подтверждена учеными, Сусуму Уэхара намерился найти способ сделать эту воду доступной всему миру. В 1983 году его идее было суждено реализоваться в форме простого пакета саше для фасовки коралла. Благодаря его усилиям миллионы людей во всем мире наслаждаются этой водой. Так появилась на свет компания Marine Coral. Он изобрел этот замечательный пакет саше, который мы используем в течение многих лет. Это гениальное изобретение. Оно великолепно. Применяя лучшие научные разработки и инновационные технологии впервые в истории и во всем мире, я создал завод для производства продуктов из коралла, чтобы принести пользу миру. И думаю, я могу сказать, что являюсь пионером в этом отношении. С самого начала японское правительство имело эксклюзивные права на регулирование добычи древнего коралла Окинавы. Этот экологически чувствительный процесс не причиняет вреда росту нового коралла и представляет компании Marine Coral сырье для продукта, который можно производить для всего человечества.
После тщательного отбора сырье отправляется на завод в Такасаки. Здесь по специальной запатентованной технологии, отличающей Marine Coral от любых других подобных компаний, коралловый песок очищается и высушивается, обеспечивая безупречную чистоту коралла. Коралл нужно чистить очень тщательно, так чтобы его пористость могла обеспечивать поглощение примеси в питьевой воде. После почти двух десятилетий исследований ученые обнаружили, что небольшое количество коралла с Окинавы, добавленного практически в любую жидкость, оказывает превосходное воздействие на организм человека. Коралловый кальций Coral Mine фасуется в удобный однограммовый пакет, который необходимо добавить к 1,5 литрам чистой воды. Вода является единственным важнейшим питательным веществом для поддержания жизни человека. Организм состоит на 70% из воды, а кровь на все 90%. Кровь ответственна за транспортировку питательных веществ в каждой живой клетке. При нормальных условиях человеку требуется от 1,5 до 3 литров воды в день. К сожалению, мировые запасы воды быстро истощаются из-за загрязнителей, пестицидов и кислотных дождей. Опасные для организма элементы, такие как хлороформ, нитраты, кадмий и алюминий, можно обнаружить практически в любой воде. Эти загрязнители содержатся в сточных водах фабрик, сельскохозяйственной промышленности и канализационных систем. Они попадают в систему подачи питьевой воды почти каждого жилища в мире. Вы видите, как коралловая вода помогает в очистке обычной питьевой воды. Вы можете жить в регионе, где вода содержит небольшое количество хлора или не содержит его вообще, но все еще имеет низкий pH и высокий кислотный уровень. Наш организм нуждается в воде с высоким уровнем pH для борьбы с болезнями. Для примера, при кислотном уровне 6 умирают крабы. Рыбы умирают при уровне pH равном 3. Вся жизнь погибает при уровне pH 2,5. Ведущие биохимики и медики признают, что надлежащий уровень pH и кислотно-щелочной баланс являются самыми важными аспектами здорового организма. Даже документы, опубликованные в Китае в 1596 году, называют окаменелый коралл пищевой добавкой. Комбинация элементов в окаменелом коралле имеет высокощелочной уровень pH, практически идентичный человеческой крови и морской воде. Coral Mine увеличивает уровень pH в воде и делает ее более щелочной. Кроме того, он нейтрализует любые побочные продукты, присутствующие в воде, и добавляет важные минералы и кальций, которые часто удаляются во время обработки на водоочистных установках. Даже вода с хлором, бактериями, тяжелыми металлами и фторидом может быть улучшена Coral Mine. Мы должны оберегать себя от этих загрязнений, потребляя оптимальную питьевую воду, полученную с помощью кораллового продукта Coral Mine. Многим известно об опасности, которую таит в себе хлор, присутствующий почти во всех общественных системах водообеспечения. Но мало кто знает, что последние исследования указывают на существование более серьезной опасности при нагревании хлорированной воды до точки кипения. Существует множество способов использования Coral Mine. Многие обрабатывают им водопроводную воду перед кипячением, ополаскивают фрукты и овощи и даже делают кубики льда из воды, обработанной Coral Mine. Сегодня миллионы людей во всем мире ежедневно используют этот замечательный продукт. Результаты использования Coral Mine оказывают сильнейшее воздействие на их здоровье. Люди из многих стран открывают для себя целебные свойства Coral Mine. Другие источники коралла используются для восстановления костей. Международный коралловый клуб был создан в городе Торонто в Канаде в 1998 году. Автор этой новой истории успеха – господин Леонид Лап, бизнесмен от рождения и харизматичный общительный человек. Он мечтает, что сочетание этих двух сильнейших факторов вместе может принести пользу людям во всем мире. Его мечта уже стала реальностью для миллионов людей. За последние 10 лет тысячи людей во всем мире стали членами Международного кораллового клуба. Сегодня компания имеет филиалы в более чем 20 странах. Каждый год коралловый клуб помогает улучшить здоровье все большего количества людей за счет уникальных свойств Coral Mine. Господин Лап
продолжает неустанно работать, потому что для него работа — это больше, чем работа. Это его любимое дело. На работе он всегда находится в творческом настроении и вдохновляется новыми идеями, новыми возможностями и задачами, которыми он заражает своих коллег. Леонид и Сусуму Уэхара объединились вместе для того, чтобы обеспечить людей во всем мире продуктом Coral Mine. Уверенно и страстно Леонид продолжает вдохновлять своих деловых партнеров стать более сильными и быть настойчивыми в достижении своих целей. Леонид Лаб вместе со своими друзьями и коллегами создал мощное сообщество людей, объединенных целью – сделать этот мир красивым. Судьба свела нас. Я увидел в нем устойчивую убежденность, заинтересованность и желание донести в каждый уголок мира уникальные свойства продукта Coral Mine. Он верит в меня, и я верю в него. Это делает наши отношения очень крепкими. Я хочу стабильности, высокого качества, хороших взаимоотношений, и все это я получаю от Сусуму Уэхара. Работая вместе, мы сможем сделать Coral Mine доминирующим брендом и источником питательного коралла во всем мире. Бизнес-модель для распространения кораллового кальция Coral Mine была создана Леонидом Лапом и Коралловым клубом. Деликатная сушка и очистка коралла были впервые освоены Сусуму Уэхара. В результате объединения усилий этих людей Coral Mine приходит с Окинавы в каждый уголок мира. Существует древнее японское пророчество, которое гласит: «С моря Окинавы прибудет сокровище, которое благословит людей всего мира». Вода, обогащенная Coral Mine, уважительно именуемая «молоком океана», может быть именно тем, что ищет ваш организм. Она помогает восстановить надлежащий баланс pH вашего организма, поддерживает вашу иммунную систему и помогает вам вести энергичный, активный образ жизни. Я думаю, и я определенно уверен, что продукт Coral Mine принадлежит людям, и мы хотим, чтобы о нем узнал весь мир. Наша мечта – донести до каждого человека на планете уникальные живительные свойства кораллов Coral Mine. С древних глубин морского дна ваша питьевая вода с Coral Mine станет источником здоровья и долголетия. Цикл жизни продолжается вместе с Coral Mine.